Добрый день! Приветствую всех, кто зашел на мой ролик. У меня сегодня такой необыкновенный ролик. Я хочу вместе с вами повспоминать, рассказать кое-что. Когда мы приехали в Германию, столько песен было перепито русских. А моя школьная подруга, с которой мы жили в России через один дом, в одной деревушке маленькой, отпечатала, то есть скопировала песни наших родителей и нашей молодости. Я ей очень благодарна. Я сижу их и читаю, и вспоминаю и слова, и мелодии мысленно где-то, они у меня появляются. И поэтому хотела и с вами вспоминать. Воспоминания всегда трогают душу. И потом эти чудесные песни, их нельзя забывать. Мы раньше песенники делали, от руки переписывали их. У меня где-то тоже были, теперь не знаю, куда они делись, да? А теперь печатаю, но все равно они очень приятные. Посмотрите, как она красиво их оформила. Они не просто на белых листках написаны так, чтобы отпечатано. Везде какой-то сюжет. Мне кажется, это очень сложно. То ли она их наклеивала и потом копировала. Ну, в общем, большое спасибо, Лена, тебе. Я ей обязательно отправлю этот ролик. Ну, вот первая песня, да? Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Но это такая школьная песня, что ее многие все равно знают, да? Мы ее столько-то и не пели, сколько мы ее слушали. Люси, Олег Газманов, ну это мы тоже не пели, но слушали эту песню. Ну вот песня наших родителей. Ой, цветет калина в поле у ручья, парня молодого полюбила я, парня полюбила на свою беду, не могу открыться, слов я не найду. Это песня из кинофильма «Кубанские казаки», слова Михаила Исаковского. А вот какие красивые слова были в песнях, и песни, они как-то в душу западали, и ты запоминал их. Станция есть под названием «Минутка», мимо бегут, торопясь, поезда. И на станции той так легко разминуться, так легко разминуться нам с тобой навсегда. Ну да, конечно, наверное, кто-то и разминулся. Это судьба. Поэтому и песню такую же красивую придумали слова А. Ковалева. А знаете, вот я когда читаю песни, какие я знаю мелодии, я, может быть, их неправильно читаю, как бы сказать, да, мне все время, мне даже легче их мелодию спеть, чем прочитать. Вот это очень красивая песня. Не отрекаются любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. А ты придешь, когда темно, когда в стекло ударит вьюга. Когда припомнишь, как давно не согревали мы друг друга. Посмотрите на оформление. Ну, эту песню мы часто пели, и мы, и родители. Слова Михаила Танича. Подмосковный городок, липы желтые в рядок, подпевает электрички, ткацкой фабрики гудок. Городок наш ничего, население таково, незамужние ткачихи составляют большинство. В общежитии девчат фотокарточки висят, дремлют ленты на гитарах и будильники стучат. Но в хороший вечерок заглянул на огонек в нашу комнату девичью бывший флотский паренек. Мы же все студенты, все учились. Кто-то ждал кого-то, из армии приходили. И вот эта песня, она была прям кстати. «Сапожки русские» — эта песня, конечно, мы слова знали и пели иногда, но плясать под нее мы отплясывали лучше. Вот эту песню мы пели. Слова Евтушенко. «Бежит река, в тумане тает, бежит она, меня дразня. Ах, кавалеров, мне вполне хватает, но нет любви хорошей у меня». Это вообще, когда кто любит пострадать, всегда эта песня пелась, да? Вообще... Говорят же, русский народ, он любит страдать. Под песни, травы, травы. Ну, эту мы слушали песню.
Петь очень сложно. Но вот эта песня наших родителей из кинофильма «Свадьба с приданными», с приданными, как я... А мне самой она очень нравится. Хвастать, милая, не стану, зная сам, что говорю. С неба звездочку достану и на память подарю. Обо мне все люди скажут, сердцем чист и не спесив. Или я в масштабах ваших недостаточно красив? Сразу вспоминаешь артистов, какие красивые артисты, как они хорошо играли. Чудесная песня. Вот эту песню пели, по-моему, все наши одноклассники в то время. Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед? В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Ну, ты ждешь Елизавета. Это, конечно, очень старая песня, но, скорее всего, это даже... Ну да, послевоенные песни, наверное, это песни родителей. Ну, вот этот вальс расставания, это наш. Мы его пели. Слышишь, тревожные дуют ветра, нам расставаться настала пора. Кружится, кружится пестрый лесок, кружится, кружится старый вальсок, старый забытый вальсок. Ты, совершая положенный путь, в дальнем краю это все не забудь, эту реку и прибрежный песок, этот негромко звучащий вальсок. Эту песню мы пели на всех мероприятиях, на встречах, на проводах. В конце гулянки уже всегда этот вальс вспоминался. Без него не обходилось ни одно мероприятие. Теперь вот песня Роберта Рождественского «Свадьба» тоже. По проселочной дороге шел я молча, и была она пустая длина. Только грянули гармошки, что есть молча, и руками развела тишина. Да, это на всех свадьбах тоже пелось. Видите, как оформлены вот эти бабочки, подсолнух. Да чего красиво сделано. Уральская рябинушку, это мы часто пели. Ветер тихой песнею над рекой плывет, дальними зорницами светится завод. Где-то поезд катится точками огня, где-то под рябинушкой парни ждут меня. Когда это было? Зоренька тоже. Слова Бокова. Часто сижу я и думаю, как мне тебя величать, тихую, милую, скромную, как мне тебя называть. Я назову тебя Зоренькой, только ты раньше вставай. Я назову тебя солнышком, только везде успевай. Вот такие новогодние уже наклеечки или картиночки подобраны. Ой, ну эта песня, я ее до сих пор очень люблю, это мне очень она нравилась. Слова Доризо. В тихом городе своем по соседству мы живем. Наши окна друг на друга смотрят вечером и днем. Рядом наши два крыльца, два зеленых деревца. По соседству бьются рядом наши жаркие сердца. Расцвела сирень черемуха. В саду на мое несчастье, на мою беду. Я в саду хожу, хожу, на цветы гляжу, гляжу, но никак в цветах я милый не найду. Я милый не найду, ох, не найду. Но это песня родителей. А вот эта песня наша, мы ее никому не отдадим. Значит, песенка о медведях. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведей, вертится земля. И главное, смысл-то какой, да? Крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два, кто-то сказал кому-то главные слова. Вслед за весенним ливнем раньше придет рассвет, и для двоих счастливых много-много лет будут сверкать зорницы, будут речи звенеть, будет туман клубиться, белый как медведь. Какие красивые слова! Жил отважный капитан, дети капитана Гранта. Но это мы слышали в фильме. Так.
Ну и военные песни мы очень любили. Мы вообще народ патриотический. У нас патриотизм прям с кровью, да? Солнце скрылось за горою, затуманились речные перекаты, а дорогою степною шли с войны домой советские солдаты. Ой, очень я любила, и да и многие любят. Мне кажется, эта песня сейчас еще поется. Старый клен, старый клен, старый клен стучит в окно, приглашает нас с собой на прогулку. Отчего, отчего мне так светло? От того, что ты прошла по переулку. Смуглянка. Эту песню, когда мы приехали, мы жили в селе у фермера, даже не в селе, а у него в поле, там свое хозяйство, и мы там жили у него. Но была встреча в Нибеле с жителями местными, приходили туда, собрали специальный зал такой, а мы какой-то номер подготовили, и они что-то там. И вот мы эту смуглянку, наша группа пела. Ой, как они хорошо ее спели. И вот я ее люблю до сих пор, да, и многие ее иногда знают, смуглянку. Она очень красивая. Дрозды, песня, музыка Шаинского, слова Острового. Ой, какая кошечка, как красиво она сделала. Ну, спасибо тебе большое, Леночка, но я не знаю. Такие труды. А вот еще одна. Сейчас пойдем дальше. Она, конечно, сделала тут очень много песен. И все, конечно, со всеми мы сегодня не будем. Просто я не могу со всеми поспоминать эти все песни пройти, потому что очень много. Но я их разделю. А вот эта песня, помните, Ободзинского? Ой, под нее мы танцевали, я не знаю, и пели. Эти глаза напротив, калейдоскоп огней. Эти глаза напротив, ярче, все теплей. Эти глаза напротив, чайного цвета. Эти глаза напротив, что это? Что это? Вообще, расчудесная песня. Но я, похоже, должна заканчивать, потому что садится батарейка. Но я очень рада, что вы были со мной и прослушали все мои воспоминания. Я думаю, они вам тоже навеяли что-то интересное. Или вот эта «Глобус» песня, да? Посмотрите, как красиво все сделано, да? Спасибо вам большое. Кому было интересно, ставьте класс и давайте вместе вспоминать. У меня еще очень много песен, которыми можно вспомнить. Все, что было, что прошло. Не вернуть, но воспоминания всегда можно вернуть. Всего вам хорошего. Я вас обожаю. Пока-пока.